Накануне праздника Иди-Фитр 122 нуждающимся из малообеспеченных семей Горно-Бадахшанской автономной области по инициативе главы Таджикистана была оказана помощь, которую в торжественной обстановке вручили первый заместитель руководителя исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, министр здравоохранения и социальной защиты населения и председатель Горно-Бадахшанской автономной области. Помощь состоит из инвалидных колясок и продуктов питания, таких как мука, сахар, рис, картофель, макароны и масло. Я хотела бы поблагодарить от лица всех лиц с инвалидностью Горно-Бадахшанской автономной области, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, за постоянную и всестороннюю поддержку лиц с инвалидностью, включая подписание конвенции о правах лиц с инвалидностью в 2018 году, создание доступа к образованию, к трудоустройству, к качественным медицинским услугам и принятие очень важной для нас национальной программы по доступной среде. Также я хотела бы выразить нашу благодарность уважаемому президенту за постоянную продовольственную поддержку семьям, имеющих детей и взрослых с инвалидностью. Спасибо большое. Следует отметить, что Республика Таджикистан является социальным государством и предпринимаются практические меры по повышению уровня жизни людей. Ежегодно в канун праздника Иди-Фитр по инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, нуждающимся слоям населения оказывается помощь.